Друзья мои, всем большой привет! Давно я не снимала видео. И сейчас попробуем нарисовать букет цветов с помощью акварели. Я буду придумывать прямо на ходу. Итак, давайте возьмем сепию и возьмем фиолетовый цвет. Вот хочется нарисовать что-то такое несложное, легкое, да? Потренироваться, скажем так. Вот. Ну, надеюсь, сейчас видео будут уже регулярно выходить. И, знаете, я туда добавила еще крапла красный и аккуратненько толстой кисточкой, да, вот делаю такие вот цветочечки. Ну, там по 5 лепестков, да, где-то у меня будут такие вот бутончики боком. И, в общем, делаем букетик. Так. Тут стул скрипит. Напишите, как у вас дела. Все-таки большой перерыв так у меня был на Ютубе. На Дзен у меня видео выходили регулярно, да, у меня там был запас. Вот. Вот такие вот цветочки. И просто там такие бутончики, да, вот давайте добавим. Вот. Дальше я возьму просто краплак красный, больше водички и какой-нибудь такой нежный крупный цветок хочу сделать. Буквально вот. Что-то вроде лотоса, да. Вот такими вот движениями кисти. Буквально. Ну, там вот сзади добавить. Сюда немножко больше вот пигмента с краской, да. Чтобы поярче такое пятно было. И я как бы не довожу до конца. Подсыхают. Можно рядышком в другом направлении тоже такой вот симпатичный лотос сделать. Проверить вообще, идет ли запись. Крупной кистью, да, я вот все вот это вот делаю. Все то же самое, только зеркально, да, вот здесь краска, и там вот сзади виднеются лепестки у нас. Вот. Еще какие-нибудь цветочки добавим. Вот фиолетовый цвет я беру. И вот сюда надо, наверное, срочно мне менять стул. Вот такие вот какие-нибудь интересные а-ля цветочки, да, сделаю. Вот. Какие-то бутончики такие более закрыты, да, кто-то побольше открыт, ну, немножко разные, да. Так, и теперь возьмем, сделаем стебельки. Кисточку я беру потоньше, троечку. Давайте возьму зеленый цвет и начну с лотоса. Немножко вот с цветом на палитре я его смешала и прям отсюда как бы вывожу плавной линией стебель. Так, один пошел. И вот зеленый, да, вот они немножко пересекаются, получается. Пошел второй вот сюда. Тут такой красивый переход в ножку получился. Давайте теперь просто возьму зеленый цвет, такой темно-зеленый. И сделаем вот этого цветочка всякие красивые листики, такое обрамление, да. Вот. Как вот цветочки идут сюда. Вот выпачкалась
влезла я в краску. Аккуратненько. Вот листики, да, добавляем. Какие-нибудь. Этот цветочек я как бы, если это что-то похоже на лотоса, придумывала, как бы ни на что не предполагала, что он будет похож, так как-то как кисть ляжет. Он прям на ходу. И вот здесь давайте листочек такой сделаем. Такая летняя. Ну, почему летняя? Просто открытка, да, там. Сейчас у нас осень. Не хватает цветов, да, ярких красок. Почему бы не порисовать яркими цветами? Тут такие вот листики, да. Ну, пусть вот это вот через тоник отсыхает. А вот эту веточку я хочу сделать сепией и тоненькой кисточкой. Что-то такое нежное, интересное. Итак, я беру сепию. Ни с чем ее смешивать не буду. И вот как в этой истории. Может, конечно, феном подсушить, но я сейчас рисую ночью и шуметь не могу. Поэтому буду так, как есть, все делать. Аккуратненько стараться вот не размазать, да, здесь. Если вы можете, конечно, посушить феном лучше. Вот такую вот веточку надо сделать. Очень сложно вот не размазать. Ну вот, соответственно, я размазываю, скажем. Блажу в краске периодически. Руку надо как-то положить, да. Так, цветочки мы таким образом делаем здесь, здесь, сюда, сюда, и вот такая вот веточка у нас идти. Лезла в краску. Листочки, да, здесь такие можно более длинные сделать. Сюда ведем аккуратненько вот эти вот веточки, да. Туда уходит как бы вдаль. Нужно немножко больше вверх, да, ее продлить, добавить таких вот сухих каких-то листочков, палочек. Просто цвет такой серый, как бы использовать водичкой, да, я побольше возьму. Листочки добавлю. Вот такой вот пространство, да, получается больше. Так, и вот в эту сторону, да, немножко вот листик мы сделали. Такая интересная открыточка получается. Вот, вот лотос тут подсыхает, можно аккуратненько заполнить желтым цветом, а внутри, ну так, немножко с белыми, да, интервалами, намек на вот эту вот красивую внутреннюю часть желтую. Вот она такая достаточно фактурная. И здесь не хватает, в эту сторону я сделаю тоже с помощью сепии такую маленькую, вот как вроде наподобие такой веточку, да, она вот отсюда и идет, да, ну вниз наклонилась тоненькой кисточкой, ноликом. Вот листочки мы тоже делаем достаточно такие изящные, но цвет уже такой серый, полупрозрачный, да.
вот по такому направлению. И немножко вот фиолетовые такие вот цветочки, да. Но они тоже уже намного светлее. Как тени буквально. Намеки какие-то. Так, их особо не прорисовываю. Можно более крупную кисточку взять и пятнышками буквально сделать. Вот. Ну, можно вот. Как они идут, показать. Вот. Также внутри с помощью сепии вот этих вот фиолетовых я поставлю вот такие вот точечки, да, и на ножках, скажем так. Немножечко в середину так вот разнообразим. Ну, здесь может что-то виднеться, да, там немножечко. То же самое у этих. Но давайте другой цвет, какой-нибудь Марс коричневый, да, возьмем. И вот просто краску, да, я там немножечко там добавляю. Ну, тут не везде там, не во всех. Лотос получился такой немножко примитивный. Сейчас еще попробую один слой. Вот краплак красный возьму, водичку, да, и аккуратно вот несколько пятен добавлю вот. Ну вот с нижней части вот.